Всем привет! Вы смотрите канал «Боевые ботаники», и этот выпуск посвящен карате кюкюсинкай. И наш герой Дмитрий Савельев. Дмитрий, приветствую! Приветствую! Давай начнем с того, чем кюкюсинкай отличается от других видов школ направлений карате? Ну, пожалуй, все об этом знают, что кюкюсинкай отличается правилами. Это полноконтактный вид карате, в котором используется минимум защиты и, в общем-то, есть единственное отличие, что не используются удары руками в голову. Вся остальная техника разрешена, но удары руками в голову убраны. Еще основательным стилем Суто Цуаяма. Почему? У меня всегда мучил вопрос, почему полноконтактный вид самый жесткий считается, и при этом не бьют руками в голову? Ну, есть одна причина, которая может быть более формальная и озвучена, так, что так как это очень прикладной вид спорта, полноконтактный, и для того, чтобы снизить травматизм, для того, чтобы не было последствий для головы, Аяма убрал удары в голову руками. И на самом деле так, когда ты бьешь голой рукой в голову, травма очень серьезная, я это проверял. Руки? И руки, и головы в первую очередь, потому что и рассечение, и сотрясение, и переломы костей лицевого черепа, это все, ну, это все реальность. Подожди, ну а ногой в голову разве голове хорошо будет? Ну, ногой в голову, это тоже плохо. Это тоже нокаут, и это тоже сотрясение мозга, если ты пропустил. Но вероятность такого попадания, она, конечно, гораздо ниже. То есть люди могут тренироваться годами, но при правильной постановке защиты за эти годы они ни одного сильного удара ногой могут и не получить. А когда бьют руками в голову, все-таки здесь вероятность получения серьезных травм выше. Вот. Ну и, конечно, я думаю, это было сделано для популяризации карате кюкюсинкай. Наиболее травмирующая техника, удар руками в голову, голыми руками, она была убрана. Хотя изначально, насколько я знаю, в додзё Аямы это практиковалось. Слушай, ну я слышал, что есть сейчас какое-то направление боев, соревнований по кюкюшину, где есть удар руками в голову. Синкен Сёбу, по-моему, называется. Есть Синкен Сёбу или Синкен Сибу, тут с ударениями я не знаю, как точно. Да, есть одна из федераций, развивающих карате кюкюсинкай, сейчас предлагает вот это направление. И они действительно вводят удар руками в голову, они одевают перчатки. Какие? Ну, что-то наподобие снарядных. То есть я вот их амуницию вблизи не изучал. Ну, мое мнение на этот счет таково, что, в общем-то, это разновидность рукопашного боя. Ни больше, ни меньше. И насколько она имеет отношение к карате и кюкюсинкай, ну, в общем-то, для меня это вопрос. Слушай, ну вот сейчас же, на мой взгляд, опять-таки происходит такая универсализация всего, и все уже друг на друга очень похожи. Те же самые спортсмены кюкюшина постоянно выступают на соревнованиях по тайскому боксу, по кикбоксингу. Кстати, почему? Им не хватает соревнований по кюкюсинкай? Я могу сказать, что, во-первых, далеко не все спортсмены, которые тренируются в карате и кюкюсинкай, стремятся идти туда, где сильно бьют руками в голову, потому что для этого нужен навык. Для этого нужно тренироваться не год и не два. У нас есть живые примеры людей, которые травмировались, приходя и пытаясь выступать по профессиональным правилам с ударами в голову. Но те, кто хотят выступать по этим соревнованиям, значит, им действительно этого не хватает. У нас есть ребята, которые ушли в борьбу. Им не хватало борьбы, им хочется бороться. И я считаю, это нормальный процесс развития человека. А кому-то нравятся именно эти правила, именно эта техника, и они остаются не всегда или на очень долго. Вот. И я не могу сказать, что многие стремятся сейчас уйти там, в кикбоксинг, или в муай-тай, или в боевое самбо, и в любые другие разновидности рукопашного боя. Хотя я считаю, что это здорово, когда, скажем, можно использовать и удар руками в голову, и борьбу. И у нас на тренировках, когда у нас есть свободное от подготовки к соревнованиям и от подготовки к экзаменам время, обычно это происходит там, в первый месяц лета, в июнь, мы обязательно уделяем время отработки и борцовских приемов, и какой-то техники ударов руками в голову, и защиты от нее. Потому что правило есть правило, но на улице никто не будет опускать руки и бить тебя в солнечное сплетение. Так, подожди, у тебя секция, клуб для улицы или для спорта, для соревнований? Ну, исторически сложилось, что основной акцент мы всегда делали на подготовку к спортивным поединкам. То есть мы развиваем именно карате кюкюсинкай и даже больше его составляющее спортивное направление. И, ну, это исторически сложилось, потому что мы спортсмены, мы сами тренировались, и, в общем-то, тех ребят, которые пришли к нам, мы тоже больше тренируем, готовим к соревнованиям именно.
Но не всех. Есть, конечно, и группа начинающих, которые занимаются в облегченном режиме по сравнению со спортсменами высокого уровня. Но, тем не менее, я считаю, что человек должен уметь и бороться, и падать, и хотя бы иметь минимальные навыки защиты от борцов. Что если его хотят поставить на голову каким-то броском, то он должен уметь справляться с этим, хотя бы уходить. И поэтому часть нашего времени здесь в зале мы уделяем внимание именно этим аспектам. Что касается защиты от ударов руками в голову, конечно, мы не можем это уделять этому столько времени, сколько уделяют этому, например, боксеры, потому что это их специфика. Удары руками в голову и защита от ударов руками в голову. Но тем не менее, вот этот момент мы стараемся тоже отрабатывать. Потому что я это понимаю, и, в общем-то, и ребята, которые здесь тренируются, я думаю, тоже понимают, что на улице чаще всего будет идти замах и удар рукой в голову. Дима, ты сказал, что для тебя, для твоего клуба, это карате в первую очередь спорт. А как ты относишься к борьбе кикбоксинга за включение в олимпийские виды? Ну, я как тренер, как спортсмен, я очень позитивно на это смотрю, исходя из наших реалий. Потому что те виды спорта, которые у нас включены, в границы олимпийских видов спорта, они совершенно по-разному чувствуют себя по отношению к тем, кто не олимпийские виды спорта. Соответственно, это и школа олимпийского резерва, это и государственная поддержка юных спортсменов, и это хорошая поддержка тех спортсменов, которые достигли какого-то профессионального уровня. Я понимаю, что нам этого не хватает в карате и кикбоксинге. Несмотря на то, что Россия сейчас является, я считаю, сильнейшей страной по количеству, по составу, по качеству бойцов, тем не менее, если мы войдем в олимпийские виды спорта, то мы перейдем на качественно другой уровень. А что бы сказал на это основатель карате Аяма, узнав, что нынешние каратисты считают это именно спортом, а не боевым искусством? В общем, за Аяму я ничего не могу сказать, потому что... Но ты не считаешь это отступлением от традиций? Это упор в сторону спорта. Я могу сказать, что если мы возьмем японцев, то, например, Дзигоро Кано, основатель дзюдо, для него это было мечтой всей жизни, чтобы дзюдо вошло в олимпийские виды спорта, потому что он прекрасно понимал, что это даст толчок для развития вида спорта, для увеличения количества занимающихся. И я думаю, что любой основатель любого стиля, любого своего детища хочет, чтобы это развивалось. И если это будет олимпийским видом спорта, что маловероятно в ближайшие годы, то, конечно, я думаю, карате кикбоксинг выйдет на такой качественно другой уровень и по количеству занимающихся, и по их качеству. А олимпийским видом спорта имеет шанс стать именно карате кикбоксинг, либо некое объединенное карате? И возможно ли вообще объединение разных школ и стилей? Ну, я думаю, что то, что происходило в последние вот пару лет, попытках войти в Олимпийские игры, да, создавались какие-то союзы и создаются. Причем это все создается параллельно. Одни организации объединяются в союз, потом другие организации объединяются в другой союз. И всем мчатся на перегонки, пытаются что-то как-то войти в олимпийские виды первыми. То, что различные виды карате могут объединиться, я это допускаю вполне. Причем оставаясь в рамках своих правил, в рамках своих дисциплин. То есть в итоге они будут выступать кто-то по контактному стилю, кто-то по бесконтактному. Слушай, но люди грызутся в рамках одной федерации, а ты хочешь, чтобы они представляли, что они объединятся еще и между федерациями. Ну, это если... не утопия разве? Я думаю, нет. Если каждая федерация, развивающая тот или иной стиль карате, увидит в этом свои плюсы, свои преимущества, то они объединятся. Даже сейчас, если мы возьмем, у нас в России есть несколько федераций, развивающих кикбоксинг. Тем не менее, они смогли объединиться в ассоциацию кикбоксинга России. Туда входит сейчас 5 организаций, основных ведущих. И регулярно проводятся всероссийские, международные соревнования. То есть внутри России проводятся объединенные турниры. То есть, пожалуйста, это вот как один из примеров того, что если организации видят в этом какие-то преимущества для себя, или это единственная форма взаимодействия с государством, например, как у нас в России, то все прекрасно объединяются. И есть от этого положительный результат. И спортсмены могут встретиться, обменяться опытом на таких турнирах. И какие-то другие мероприятия общие проводятся. Вот у нас в Петербурге, например, у нас есть объединенный чемпионат города. Каждый год мы проводим его уже несколько лет, 7 лет, по-моему. И это
скажем, достаточно уникальное событие. То есть в Японии сложно такое представить, чтобы японцы объединились и провели там, в Токио объединенный чемпионат Токио. А мы это делаем, то есть мы можем найти какие-то точки соприкосновения. А правила какие? Есть правила Ассоциации Кикбоксинга России. Угу. Это, скажем, объединенные правила, более такие, как устраивающие, ну, скажем, практически всех. Угу. И вот по ним мы проводим эти турниры. И прекрасно проходит. И самое хорошее, что мы можем действительно вот, делать не маленькие местечковые какие-то мероприятия, а получается действительно событие, большое событие для всего города. Вот сейчас в октябре мы планируем провести первый всероссийский студенческий турнир. То же самое мы планируем и надеемся, что сюда, в Петербург, соберутся представители не только нашей федерации, но и всех федераций, входящих в Ассоциацию Кикбоксинга России. Поэтому я вполне допускаю, что для вхождения в Олимпийские игры федерации смогут объединиться и хотя бы искусственно, хотя бы как-то организационно на бумаге, но выступить единым фронтом для того, чтобы это сделать. Окей, я понял тебя. Как ты относишься к системе поясов и данов там, традиционных для каратэ? Потому что есть мнение, что это, конечно, дань традиции, но сейчас это часто такая маркетинговая составляющая, но зачастую не имеющая отношения к реальному мастерству того или иного бойца. Для меня карате, оно состоит из нескольких дисциплин. Это базовая техника, это спортивная составляющая, это прикладная составляющая, это тамошивари, забивание предметов. И как, скажем, одна из дисциплин, входящих вот в понятие карате, базовая техника – это действительно традиция, и действительно в ней заложены основные приемы, которые можно использовать и в самообороне. Но она действительно более прикладная. То есть за счет прохождения, изучения техники от белого пояса к черному, человек, в принципе, овладевает всем спектром техник. Другой вопрос, как это делается, для чего это делается. Если это делается формально, и больше внимания обращается там, на положение руки, там, ноги, а теряется сама суть приема, сама его там, жесткость, разрушительность, потенциальная возможность обезвредить нападающего. То есть, когда уклон идет в сторону формализации, конечно, я думаю, что, скажем, определенная задумка техники теряется. Но если делать технику, как ее делают мастера там, в той же Японии, или у нас есть такие мастера и в России, и в Петербурге, ну, они есть, которые делают технику так, что действительно ты видишь, что от нее может быть большая польза. Потому что тоже ката, я думаю, если его сделать там, много тысяч раз, то ты действительно почувствуешь какую-то пользу от него. Но вот в плане соотношения базовой техники и спортивной техники кумиты, я все-таки думаю, что если ты намереваешься драться на соревнованиях, то тебе нужно больше, конечно, тренироваться в этом аспекте. Но можно быть мастером или спортсменом хорошим, высокого уровня, каратистом, и при этом не сдавая на пояса и дан? Я думаю, можно. На самом или деле. Просто тебя никто не допустит в следующей ступени, если вот, ты... Вот мысль правильная, что, например, на чемпионат России минимальное требование сейчас, по-моему, это зеленый пояс. То есть, если тебе не допустят чемпионат России, если у тебя синий пояс или белый пояс, хотя ты можешь просто идти разрывать. Вот. Поэтому в любом случае какой-то технический минимум ты должен показывать. Но на самом деле хорошим бойцом спортивным быть, конечно, можно быть, не включая базу. И яркий пример – это дзюдо. У нас в России, например, многие дзюдоисты, даже я уверен, не знают, что есть ката. Тем не менее, они мастера спорта, они выигрывают очень серьезные турниры, они действительно мастера. Вот. И то, что они не знают ката, им не мешает быть этим мастером. Но вот также и в карате, я думаю, что спортивные поединки – это спортивные поединки, а прикладная техника и базовая техника – это все-таки немножко особняком стоящие. А вот что такое тест 100 боев? Это к чему относится? Он особняком вообще как-то отстоит от всей системы там сдач экзаменов на пояса ДАН, и уж тем более там от спортивных. Вот это что такое, для кого вообще? Ну, это совершенно особое испытание. Я думаю, это что-то из серии книги рекордов Гиннесса. На самом деле людям дается возможность испытать себя, показать свои возможности в том, что практически невозможно сделать. Да, потому что... Расскажи немножко, как это происходит. Всех подробностей я не знаю, потому что на данный момент времени вот этот тест 100 боев, насколько я знаю, проводится только в одной из федераций, развивающих карате кикбоксинкай. И он проводится не часто, раз там, в 3-4 года, может быть, выбирают лучших бойцов и предлагают им прохождение этого теста. То есть это большая честь для бойца, что ему вообще предлагают такое.
А, то есть он не сам подает заявку? Да, то есть насколько я знаю, я не знаю подробностей, потому что, скажем, это их кухня, и вот все детали не могу сказать. То есть это лучше, наверное, спросить у тех, кто проходил, а у нас есть такие люди в России. Вот, ну, то, что я понимаю про этот тест, что с точки зрения здравого смысла это очень, скажем, вредно для здоровья, для всего. То есть я думаю, что... То есть это в течение какого срока человек проводит? Вот как это вообще, ну, примерно, в общем, то, что известно, скажем? Ну, то, что известно, это проходит в один день. Угу. То есть у человека бои идут один с другим. Регламент боев там по времени, я не знаю, может быть, это минуты, может быть, полторы минуты. Есть определенная система оценки боев, она отличается от спортивной. Например, если ты повалил своего противника подсечкой или ударом, mm-hmm. то считается, что ты одержал чистую победу. И выходит следующий боец. Ты должен выиграть определенное количество боев, не просто отстоять их. Вот, то есть там есть много нюансов, но в любом случае это жесточайшее испытание для спортсмена. То есть он прошел там 40 боев, делается небольшая пауза, он проходит еще 30 боев, небольшая пауза, еще 20 боев. Там, или 30. Ну, то есть даже если это по минуте, то это как минимум 40 минут без перерыва. Ну, это 100 очень. Минут, это даже если по минуте. Даже ну, ты говоришь 40, а потом перерыв небольшой. Ну, да. Угу. Вот, то есть это серьезнейшее испытание. Даже когда в полную силу бьются оппоненты его, это сотня? Я думаю, да. У них запрещены некоторые вещи, они не могут бить лоу-кики, насколько я знаю, потому что, ну, как бы это будет. Тогда бы ненадолго затянулось mm-hmm. мероприятие. Вот. Но в любом случае, я думаю, они стараются тоже выкладываться. То есть это не имитация боев. Они серьезно выпахиваются для того, чтобы человек действительно прошел это испытание. И мог вспомнить потом, что это действительно было испытание. Ну вот те, кто это прошел, это можно сказать, что это лучшие бойцы вообще? Это супермены? Я думаю, что что-то от суперменов в них есть. Потому mm-hmm. что таких единицы. Я могу точно сказать, даже когда мы, например, делали 30 боев по минуте, это было крайне тяжело. И это при условии, что все дрались со всеми, а не со свежими соперниками. Так что я могу очень отдаленно себе представить, что такое 100 боев. Но я думаю, что это очень серьезное испытание. Ты бы хотел пройти такое испытание? Я думаю, нет. Вот у меня на данном этапе такое мнение, что вот желание такого подраться 100 боев подряд, я думаю, нет. Мне хватило вот попробовать там 30 боев и так далее, угу. чтобы понять примерно, что это может быть. Вот. То есть, но я думаю, всегда найдутся те люди, которые захотят вот себя так испытать. Кто-то заходит на джималунгму, кто-то угу. опускается в самые глубины, а кто-то вот проходит тест 100 боев. Угу. Слушай, я на сайте клуба Кайман Санкт-Петербург прочитал, что ты заслуженный мастер спорта. Карате официальный вид спорта у нас? Да, это не олимпийский, но официальный государственный вид спорта. И у нас есть ряд дисциплин, и все федерации, входящие в ассоциацию кикбоксинга России, каждый из них, это определенная дисциплина в виде спорта. И все чемпионаты, проходящие внутри этих федераций, они являются квалификационными. То есть спортсмены могут получать разряды, звания за них. ЗМС – это победитель международных соревнований каких-то. Да, есть определенные требования. Ты обязательно должен быть либо чемпионом Европы, либо чемпионом мира. А ты что выиграл, когда получил ЗМС? Ну, когда я оформлял ЗМС, у меня было выиграно 2 чемпионата Европы. Вот. А уже потом, наконец, вот после всех этих лет, получилось выиграть чемпионат мира год назад. Для тебя ценнее черный пояс или заслуженный мастер спорта? Для меня... Наверное, все-таки так, как я изначально, мне нравилось больше выступать на соревнованиях, конечно, для меня важнее быть мастером спорта, uh-huh. но черный пояс – это классика жанра, то есть uh-huh. я думаю, об этом все там мечтают с детства. То есть, ну, для меня, конечно, было всегда важнее это достигать результатов на соревнованиях. Просто заслуженный мастер спорта – это определенное подведение итогов. Просто когда… Не рано еще итоги подводить. Ну, посмотрим. То есть после чемпионата мира вот, я год вообще не выступал. И как бы пока в таком состоянии, что пока еще не объяснил себе или не понял, нужно мне выступать или не нужно. То есть, но я думаю, что если желание придет, то я, конечно, выйду. Подерусь с удовольствием. Такое возможно. Партнер, ну вот, движение спокойно делаем. Партнер что-то делает. И четко туда такая нечастая, да, подвигались и пошла атака. Сразу же взорвалась. Ваша задача попадать, стараться пониже и вот по точкам. Либо это ребра, либо это солнышко. Понятно, да? Ну, как бы работа стандартная.
сейчас нужно атлас именно опережающее движение и достаточно мощное, чтобы встряхивать. Все ясно? Вот начало поединка, вот, я пошел бить вот. Вот, в этот момент он должен меня опередить. Достаточно жесткое движение. Насчет классики жанра, ты ему еще затронешь немножко этот вопрос. Прокат. Вот в твоей тренировке, да, в твоей группе, какую роль, какую часть тренировок занимают каты и для чего? Каты мы делаем, технику базовую мы изучаем, потому что, во-первых, ребятам нужно постараться дать максимум от карате, то есть все дисциплины затронуть, в том числе и базовую технику. И, конечно, те ребята, которые сдают на пояса, без этого никуда, они учат эту технику основательно, они ходят на дополнительные сборы, приезжают на мастера к нам в Петербург, они здесь учат в зале эту технику. Вот, то есть, как необходимую часть занятий карате. Но если мы готовимся к соревнованиям, к серьезным, любые соревнования серьезные, так или иначе, то, конечно, занятия базовой техникой у нас минимизируются. Я считаю, что это неоправданно готовиться к одной дисциплине, когда тебе нужно выступать по другой дисциплине. То есть, если бы мы готовились к соревнованиям по ката, то, конечно, мы бы занимались катом в этой. Но если мы готовимся к соревнованиям по кумите, по боям, то, конечно, катом мы занимаемся совсем немного. А можно вообще каты исключить из тренировки, если ты готовишься? Ну, вообще, у тебя цель – спорт. Ну, как мы уже говорили, дальше определенного предела ты не зайдешь, без определенного курса, поэтому технику все равно нужно изучать. То есть ты просто не попадешь в международный турнир, в чемпионат России, даже если ты классно можешь драться. Поэтому в любом случае любой боец, он должен, вот, скажем, минимум техники, хотя бы на троечку, как у нас говорят, должен знать. То есть без этого никуда, потому что это карате. А карате включает в себя базовую технику. Ты так говоришь, как будто это, знаешь, такой тяжкий груз традиции, который, ну, мы должны, нам нужно. То есть не читается, что будь моя воля, я бы, конечно, от этого избавился и занимались бы там подготовкой к кумите, и занимались бы нормальным спортом. Ну, я так скажу. Ну, тем, кому, например, вообще не нравится базовая техника, заниматься вот этой частью карате, есть стили, есть виды спорта, в которых она просто исключена. Кудо, например. Ну, к примеру, кудо. Да, они прекрасно выступают, они бьют руками в голову, борются. То есть те ребята, которые хотят этого, и девчонки, они могут спокойно этим заняться, и в этом ничего плохого нет. Это только хорошо, они в любом случае занимаются чем-то. Угу. Вот. А те, кто, скажем, интересуются этим аспектом, я знаю нескольких спортсменов, даже у себя в секции, нескольких людей, которые, для которых техника, наоборот, это вот главное. Их это больше всего интересует в карате. Вот. И это тоже нормально. То есть для меня, если я готовлюсь к экзамену на пояс, для меня, конечно, главным становится техника. Главным. И времени уделяешь, и внимание там, всем мелочам. То есть ты действительно ее готовишь, чтобы показать, что ты ей владеешь. Вот. Но я просто всегда ратую за то, что не надо путать как бы, технику и подготовку к соревнованиям. И не надо пытаться подменить подготовку к соревнованиям техникой, если ты готовишься к соревнованиям. Потому что ничего хорошего из этого обычно не выходит. И я видел такие примеры, когда ребята, которые прекрасно выступали на соревнованиях по ката, как бы, но не занимались подготовкой к кумите, они выходили на соревнования по кумите и просто падали, как подкошенные. Вот. Поэтому такого быть не должно. И вот я вот за это. То есть, как бы, кто чем, ну, что больше интересно, тем и занимается, скажем, то и развивает в себе. А, собственно, спаррингов в том же кубите, как много у тебя на тренировках? И какой контакт там, полный, неполный? Как часто полный контакт на тренировках? Контакт у нас полный часто, но при этом мы используем такую кучу защитного оборудования, что мы не допускаем травм на тренировках. Я знаю, что в других федерациях, например, ребята на тренировках вообще бывают, работают без защиты. Это просто принцип. Конечно, у них бывают очень серьезные травмы. У нас принцип другой, что если мы ведем подготовку к соревнованиям, то большая часть тренировки после разминки – это, конечно, работа в паре. Это, естественно, не просто свободный спарринг. Это какие-то задания, какие-то отработка каких-то связок, приемов. Но это все происходит в паре, потому что в бою ты выступаешь против человека, не против воздуха, не против мешка. Ты выступаешь против человека, поэтому чем больше ты моделировал это состояние, то тем выше твои шансы выиграть. Вот. А иногда наши тренировки, если у нас тренировка 2 часа длится, там полтора часа из них это может быть работа в паре.
Но я подчеркиваю, что это не просто свободный спарринг. Раскрываемся, делаем амплитудное движение. Такое, ну как бы, не сушим удар, а делаем его более заметным. На свободном спарринге может быть там 2-3 боя за тренировку максимум. Иногда их вообще нет. То есть отработали там 6-8 заданий каких-то определенных. И ну, этого бывает достаточно. Что касается физподготовки, это знаменитые там тысячи ударов, держание ноги в воздухе по полчаса. Практикуешь такие зверские вещи? Какими славится Фёдосенко? Периодически мы делаем такие испытания. Вот у нас есть такое мероприятие «День самурая». Когда мы подводим итоги года, провожаем уходящий год, встречаем будущий, вот мы делаем, ну, в прошлом году, соответственно, мы делали 2013 ударов ногами, и потом мы провожали уходящий год и встречали наступающий год 14 боями в минуте. Вот такая тренировка интенсивная. 1 января? Ну, это не 1 января, это обычно в конце декабря происходит, на последней заключительной тренировке уходящего года. Такие испытания мы делаем, но в тренировочном процессе, когда мы готовимся, конечно, у нас более рациональная физическая подготовка. Она тяжелая там, достаточно, но нет задачи просто там, бездумно устать. Угу. Есть задача либо размяться хорошо перед работой основной, да, какой-то тактической, технической. То есть это еще разминка? Да, разминка тоже включает все какие-то силовые, скоростные задания, естественно. Но если идет работа там, на силовую выносливость, например, и так далее, есть определенные там, промежутки времени и интенсивность нагрузки, которую мы стараемся соблюдать. Вот. То есть каких-то экзотики, там, стояния в какой-нибудь стойке там, цапли одна, или там держать ногу там, на какой-то высоте такого мы не практикуем. Как... То есть более, скажем, традиционные методы физической подготовки. Угу. Например. Ну, отжимания в различных видах, там, можно прыгать, можно хлопки и так далее. То есть, сколько должен уметь отжиматься твой там средний ученик? Ну, минимальные нормы, конечно, есть у нас, там, это подтягивание, предположим, то есть хороший спортсмен должен подтягиваться, ну, 20-30 раз минимум. Но это, конечно, от веса. Нет, зависит от веса, то есть если это тяжеловес, то, ну, 20 раз, если он подтягивается, это уже хороший показатель, что он может это делать. Средний вес 30 раз, легковес 30-35 раз. То есть, вот, ну, а ты сколько подтягиваешься? Ну, в этом году у меня максимум был 35, вообще рекорд 43, но это было давно, это было несколько лет назад. Вот. И есть какие-то определенные отжимания. Отжимания тут каждый кто во что гораздо, но я считаю, что меньше 50 раз это даже, ну как бы уже не разговор. То есть там раз 70-80, если человек отжимается. Вот на пальцах мы сейчас как бы меньше отжимаемся. Раньше много использовали, укрепляли запястья. Но сейчас я, как бы мы видим, что это не особо влияет на подготовку руки. То есть, и меньше используем. То есть там опять же стояние на двух пальцах и так далее. Да, вот эту экзотику мы не делаем. То есть у нас, скажем, все-таки более такая специализированная подготовка идет. Направленность такая, вот, как бы выигрывать спортивные бои. Но это касается спортсменов. Начинающие, да, у них есть какие-то подводящие упражнения, там, в том числе достаточно экзотические. Но все-таки это для общего развития, а не для достижения такого конкретного результата. И дальше, после опережения, партнер что может делать? Две вещи. Либо он уходит назад, вышел, да, раз, и вы его хорошо догоняете. Двойкой. Или одним ударом может немножко догнать корпус. Либо он что-то съел, вы попали, и он завалился на вас. Значит, мы его разворачиваем и делаем все. Два момента сейчас отрабатываем. Точнее, три. Опережение, выход догоняем или вход смещаем. Все ясно? Сейчас работают только руки. Единственное, ногой вы можете догнать либо коленом, либо майндили вперед. Приготовились 3 минуты. Человек новый приходит, там не подготовлен вообще физически, ты его возьмешь заниматься или уже есть определенный там входной барьер достаточно высокий, там, хотя бы 10 раз, чтобы он подтягивался и там 30 отжимался. Ну это было бы идеально, если бы можно было так отсекать людей, там, что так, ты мне подходишь, ты мне не подходишь, но это уже опять же мы возвращаемся к олимпийским видам спорта, спортивным наборам и так далее. А сейчас по факту приходят совершенно разные ребята, совершенно разная группа новичков. И иногда действительно он не может подтянуться вообще или подтягивается 3 раза. И вот ты пытаешься что-то с этим сделать в течение там, 1 сезона, 2 сезонов. Ну, бывают интересные подвижки в лучшую сторону. Mm-hmm. То есть ты видишь, как человек постепенно меняется. Редко и очень редко бывают случаи, когда просто физически человек не может вот дальше какого-то своего предела выйти. Но это редко. То есть чаще всего все-таки развитие происходит, оно видно, что оно есть.
Слушай, а даешь какие-то разделы специально там по самообороне, либо это как бы само собой, если ты занимаешься обычным там спортивным карате, то ты при случае и так себя защитишь, специально этим не нужно заниматься. Ну вот, как я говорил, мы обязательно в конце сезона делаем такой закрывающий цикл тренировочный, посвященный целиком самообороне. Угу. Это, скажем, отработка каких-то действий против борца, против человека, который хочет тебя задушить, угу, уронить и так далее. Это отработка каких-то действий против человека, который пытается ударить тебя в голову. Это, а против оружия там? Ну, скажем, так далеко мы не залезаем, угу, потому что для этого, ну, отработка против оружия, против ножа, против пистолета, я думаю, этим надо вообще отдельно заниматься и очень долго, чтобы хоть что-то получилось, чтобы тебя не порезали там на куски сразу. Угу. Вот. Пока как бы на данном этапе лучшая рекомендация, там, да, если там видишь человека с ножом, то как-то, в общем-то, сделать легкую атлетику и ускорение от него. Ну или хотя бы что-то взять в руки и издали пытаться там сделать. Слушай, ну вот вопрос по самообороне. А зимой ногами бить высоко неудобно, руками в голову непривычно бить. Так карате, кикусинкай для самообороны, получается, не очень подходит? По крайней мере, есть такое мнение. Почему? Очень даже прекрасно подходит. Одно маягири, человек летит вверх тормашками, потом твоя задача просто успеть добежать и завершить начатое. То есть это все работает прекрасно. У нас прекрасно ставят удары как руками, так и ногами. Я думаю, что если даже хороший каратист ударит рукой в голову, а он может ударить, какая разница, куда бить, в корпус или в голову. Mm-hmm. У нас есть определенные проблемы с защитой от ударов руками в голову, но в голову мы можем ударить очень сильно. Да, мы можем сломать руку об твердые кости, но удар будет достаточно для того, чтобы это как бы, скажем, решить вопрос. Вот. И тебе приходилось самому решать вопрос где-нибудь в уличных ситуациях? Ну, это было очень давно. То есть я даже не могу вспомнить, это было много лет назад, когда вот были ситуации, когда зимой и все mm-hmm. прочее, маягири и доработки, и все это работало. То есть, но я просто веду, скажем, такой очень социальный образ жизни. Я не хожу по ночным клубам, мне это не интересно. И как бы не пересекаюсь с жаждущими приключениями людьми. Uh-huh. Вот. Может быть, поэтому. То есть я думаю, если специально искать приключения, они тебя найдут. Окей, Дим, последний вопрос, самый острый, наверное. А многие считают, что сегодня, когда очень много универсальных стилей единоборств, карате и, в частности, карате кикусинкай уже не актуально, не современно, в частности, из-за того, что ты сказал, да, там нету защиты, там, а тут, ну, стоечка, где руки не у головы, и, соответственно, открытая голова, что все это вчерашний день, что все это 90-е годы, когда были модные восточные наборства, сегодня, когда есть там ММА, когда есть там кудо, там, не знаю, армейский рукопашный бой, виды, которые максимально универсальны, карате – это уже какой-то такой анахронизм. Вот что ты думаешь по этому поводу? Ну, я думаю, что по этому поводу лучше всего статистика скажет. Статистика набора детских групп карате и кикусинкай, каждый год их меньше не становится. И на месте родителей... Не, ну понятно, что не в ММА же детям идти. Вот. А я вот вижу, например, что карате и кикусинкай все-таки большей частью это, скажем, детское такое направление. То есть взрослых, если взять вот спортсменов, их, не та, ну, их единицы процентов, я думаю, по соотношению с детским направлением. А в айкидо, наверное, еще больше детей идет. Возможно, возможно. Тут я статистики не знаю, но я могу сказать, что развитие есть, детские группы не уменьшаются. Не, подожди, ты не про развитие, не про детские группы, а про реальную боевую эффективность по сравнению с другими там универсальными стилями единоборств. Дети, понятно, потому что детей действительно в какую-то кровавую миссию там не отправляют с малых лет, это точно. А давай не про детей, а про взрослых. И вот про то, что я вот хочу тебя спросить, про вот это распространенное мнение, что карате с его стойками, да, с его ну, сейчас проигрывает универсальным стилем. Что касаемо какого-то проигрыша стиля, ну, как это расхожее выражение, проигрывают не стили, проигрывают mm-hmm. люди, и выигрывают тоже люди. И я точно знаю, что наши бойцы там после небольшой шлифовки, они спокойно выходят и выступают по тем же К1. И у mm-hmm. нас есть примеры, там, Франческо Филио, например, там, Энди Хук, они занимались изначально карате и кикусинкай, и потом прекрасно себя чувствовали и в К1. Ну, просто таких бойцов вообще единицы, кто выступает именно профессионально. А в плане, скажем, эффективности... Ну, чтобы боксер на улице не побил каратиста. Да, опять же, я думаю, что... Ну, насколько как бы вот можно судить обо всем этом, если человек является мастером карате, кикусинкай, то просто так его не побьет. Ни боксер, ни борец, никто. Потому что
все вот эти годы занятий, это подготовка тела и подготовка ударов, это все, оно скажется по-любому. То есть в любом случае это очень опасные, скажем, люди. И это абсолютно точно. Если человек может сломать там ребром ладони 6 досок, например, к примеру, и при этом он не просто ломает доски, а он еще учится работать в паре, он учится видеть противника и так далее. То есть в любом случае, если, скажем, выступать по правилам ММА, в ринге или в клетке, естественно, боецкий кусинкай будет иметь определенное, скажем, его противник будет иметь преимущество определенное, потому что он нарабатывал ту технику, которая ценится в этой клетке, там, в этом ринге. То есть она работает. Но, например, если по нашим правилам, я не вижу возможности, что кто-то из других стилей, там, ММА, кикбоксинг, неважно, сможет выигрывать у наших бойцов. То есть, опять же, мы упираемся в правила и в то, к чему готовятся люди. У нас были такие матчевые встречи, когда приезжали, например, представители китайского бокса Саньда, и сначала наши каратисты выступали по их правилам, была матчевая встреча, там практически все проиграли, наши каратисты. Хорошо. И потом была ответная встреча по правилам кикбоксинга, и поголовно все наши каратисты выиграли, причем некоторые бои заканчивались там за какие-то секунды. То есть это к вопросу о том, что все-таки тут определяющим является, во-первых, личное мастерство спортсмена, а во-вторых, просто правила, по которым ведутся поединки. Поэтому говорить о том, что наш стиль карате является, скажем, менее эффективным, в рамках наших правил это самое эффективное, что может быть. Если нужно будет, скажем, выступать по другим правилам, год-два дополнительной работы, скажем, уделять внимание той же защите головы там, и постановке боксерских техник, и представители кикбоксинкай становятся достойными представителями того же К1. И вполне себя хорошо там чувствуют. То есть, ну вот у меня мнение такое на этот счет, что кикбоксинкай точно не проигрывает там, каким-то другим видам. Вот. Все упирается опять же в правила. По каким правилам мы будем это выяснять, скажем так. Я понял. Спасибо тебе большое. Вот. Пожалуйста. Будем надеяться, это было полезно. Да. Да, сейчас мы увидим еще один из отличительных моментов карате кикбоксинкай. Это специальная подготовка тела к ударам. В других видах столько внимания этому разделу не уделяется, и этим наши спортсмены сильно отличаются от других. Готовностью выдержать очень сильные удары в корпус и в ноги. Все, приготовились. И на битву. Сейчас мы сделаем еще одно упражнение для набивки. Солнышко, вы все его знаете, любите. Партнер прорабатывает солнечное сплетение ударами. Ваша задача выстоять, вытерпеть, не согнуться. Среднестатистический человек, 3-4 таких движения, он будет пополам стоять минуты 2, пытаться в себя прийти. Этим ничего делается. Приготовились! Смена! Вверх!
идет угнетение нервного узла. Но вот как раз к этому адаптация наступает постепенно. И вот люди, вот они держат, у нас вообще мы эти упражнения делаем подольше. Редко сгибается. А если даже сгибается, то это не фатальное повреждение, это, скажем, реакция нервов сплетения. Потом человек отходит, нормально сидит. Вот это специальная подготовка в киокусинкай. Накатываем голень и подписываемся на боевых ботаников.